Украинская система налогообложения нуждается в качественных изменениях. Об этом рассказали представители Института налоговых реформ. Новая общественная организация работает над объединением представителей из разных сфер бизнеса, ведущих специалистов и ученых, которые занимаются проблемами налоговой системы. Институт налоговых реформ планирует регулярно проводить мониторинг и социологические исследования, которые помогут решить проблему налогообложения. Какие направления мы предполагаем в своей работе? Прежде всего, это мониторинг существующей уже на сегодня системы налогообложения. Ну и что еще более важно, это мониторинг тех законопроектов, подзаконных нормативных актов, которые будут предлагаться действующей власти. Мы хотим вносить те предложения относительно реформирования самой налоговой системы, которые будут услышаны.